Костин Дмитрий Львович, инструктор учебно-тренажерного центра Морской технической академии. У нас одно из направлений учебного центра – это подготовка специалистов для работы на арктическом шельфе, на ледоколах, буксирах, газовозах, возле буровых платформ. И все, что связано с Арктикой, сейчас у нас и идет. У нас есть большая программа по подготовке специалистов для работы в арктических условиях по Полярному кодексу. И, соответственно, мы проводим подготовку как и штурманов, так и курсантов для работы в арктических условиях на наших тренажерах. Сейчас у нас практически 90% идет на Северный морской путь, ну, на наши, как говорится, территориальные воды, потому что в основном уже как бы специфика работы на судах связана с обеспечением Севморпути. И мы готовим специально, как бы особое внимание уделяем для работы в Арктике. То есть работа во льдах, выживание в тяжелых условиях. То есть ребята уже практически готовы к выполнению любых поставленных задач перед экипажами морских судов. Ничем не отличается, потому что штурману приходится работать в любых условиях. И выходя из порта, где нет льда, из Мурманска, Архангельска, там чистая вода, он все равно должен отрабатывать все навигационные задачи по безопасности, обеспечению судна, экипажа, вот, в зависимости от занимаемой должности. Также и потом, поворачивая на Севморпуть, работать во льдах и обеспечивать безопасность при швартовных операциях, при бункировочных операциях. Его готовят так, чтобы он был, не потерялся ни на чистой воде, ни на во льдах. На данном мониторе у нас поставлены посты управления. Здесь показано управление машинным отделением, то есть я вот нажимаю, и изменяется режим работы главного двигателя. Соответственно, показывается изменением на тахометрах, какой этот оборот и сколько держит двигатель. Вторым джойстиком я перекладываю руль, то есть положение пера руля, прямо руль и изменения. И, соответственно, я вижу, как меняется инерция судна. И, соответственно, на картинке здесь вот у нас сейчас был, вот видите, с креном идет судно, то есть горизонт у нас наклонен. И, соответственно, потому что мы ходили на циркуляцию. Сейчас мы будем убирать все это, и вот полный ход даем, и перекладываем руль налево, чтобы у нас вот сейчас будет виден берег, который мы видим на локаторе. Здесь вот релокационная станция, она нам отображает все объекты, которые у нас встречаются на пути. Вот. Кроме этого, можно выставить бинокль, посмотреть наверх. Вот виден берег, вот это прямо горизонт, вот на горизонте здесь виден берег. Вот этот как раз берег, который мы проходим. Не переохлаждаться.